Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox режим под названием Pet Tycoon. Итак, друзья, мы с вами заняли территорию и начинаем, по идее, зарабатывать деньги. Ставим первый дроппер за 0 долларов, и здесь у нас производится не что иное, как питомцы под названием лев. Окей, у нас производятся маленькие львы, и получается, каждый лев нам приносит немножечко прибыли, примерно 5 долларов. Следующий дроппер стоит 150, и мы можем что-то здесь получить. Как получить деньги? А если нажать сюда? Нет? Ага, cash to collect. Ага, сюда и нужно нажимать. А это зачем? Это незачем не нужно. У нас 40 долларов есть, и у нас следующий апгрейдер. У нас получается следующий не дроппер, а апгрейдер. Сколько можно купить денег себе, чтобы быстрее развиться? Допустим, 80 тысяч. Для начала нам, думаю, достаточно будет 80 тысяч, и погнали. Апгрейдер у нас что делает? Из-за льва делает... кого делает из льва? Тигриного льва нам что ли делает? Серьезно, так, второй дроппер. Это у нас кто такие? Написано Pet Dropper Coins, 10 coins. О, это у нас псина. Это у нас псина, мы должны апгрейдить псину в собаку, наверное. И ставить сразу третий дроппер. Третий дроппер у нас делает по 10 коинов. И это у нас кто? Это у нас котик, беленький, миленький котик. Делаем апгрейдер для кота нашего. Из кота у нас делается снова тигриный лев. И ставим с вами четвертый дроппер, который стоил у нас 1200, если ошибаюсь, денег. Но, в общем, мы с вами производим теперь кого? А мы с вами производим снова льва. Окей, еще одного льва. Делаем с него тигриного льва. И ставим с вами пятый дроппер за 1500. Здесь у нас зарабатывается 20 коинов. Слушайте, мне кажется, 80 тысяч я купил, и это было перебор. Здесь у нас снова псины. Боже мой, у нас не Pet Tycoon, а псина Tycoon какой-то. Делаем апгрейдер и ставим шестой дроппер. Здесь зарабатывается по 25 коинов и производится, наверное, коты. Естественно, кроме львов, кроме собак и котов, здесь у нас, походу, никого не будет. Ладно, делаем апгрейдер и ставим сразу пятый, вернее, седьмой дроппер. И что у нас падает здесь? Попугайчики, наконец-то что-то интересное. Ставим апгрейдер. Мы с вами сделали полностью конвейерную ленту, и у нас осталось еще 53 тысячи. Но это хорошо. Если бы с вами не купили деньги, мы бы зарабатывали все это очень долго, потому что... Хотя, стоп, мы с вами заработали уже 5 тысяч. 6 косарей заработали. А если я здесь нажал, ничего не получил. А здесь подошел, денежку забрал. Так, я сделал дорожки. Бай чего? Фейсы за 6 тысяч? Спасибо, нет. Здесь у нас пингвинчика можно купить себе. И я стану пингвином, если подойду. Нет, я не стал пингвином. А зачем нам пингвин? Он приносит нам деньги? Не приносит? Не знаю. Бай бани. Купили себе... О, какой злой заяц. Ты смотри, это жесть. Купили с вами попугая. Тоже недобрый попугай. И купили с вами черепашечку. Почему они все злые? У нас какой-то непонятный пингвин. Злой заяц. Злой попугай. И очень злая черепаха, которая, мне кажется, хочет покусать кого-то. Ладненько. Ставим с вами первую стеночку и немножечко сделали хорошо своему, скажем так, тайкончику. Ставим вторую стеночку, не знаю где, третью и четвертую. Деньги еще остались у нас с вами на потолок. Руф. Сделали потолочек, а будет ли у нас второй этаж? Стоп, там какой-то лазер появился. Это второй этаж, байгирс. Это что такое? О, божечки ты мой, у нас с вами еще здесь тигр финт. Это что такое? Мы можем пускать тигра? Нет, он просто в руке у нас бегает. Дальше у нас вискас. Вискерс. Я могу его пустить. О, он за мной бегает. Прикольный. А если убрать, он будет бегать за мной? Бай пингвинчика. Пингвинчик тоже за мной бегает? Да, бегает. А лев за мной бегает, если я уберу? Нет, лев не бегает. Вот, собака-робот, то, что мне нужно. Я всегда хотел себе собаку-робота. У нас с вами есть еще ковер-самолет. И атак-доги. Это атакующие доги, серьезно? То есть у нас будут атаковать. А кого бы так атаковать? Они вдвоем бегают, и робот, собака, и доги. Окей, бегайте. Дальше у нас с вами лестница на второй этаж. И купим с вами какие-то лица. Ну, лица у меня все равно не будет видно, потому что у меня такой персонаж, на котором нифигасики не видно в любом случае. Поднимаюсь на второй этаж, посмотрим, что здесь интересного. Так, buy crates. Это коробочки какие-то. Хорош. Это у нас коробки для питомцев, либо здесь у нас собаки продаются. Либо у нас это получается чего-то. Либо там у нас какие-то корм для животных. Ух ты! Еще один дроппер. Давайте покупаем за 8000. И производит он кого у нас производит? Производит у нас чего? Что это такое? Это птичка. Twitter Bird, ребята. Это Twitter Bird. А здесь у нас кто будет? Кто у нас будет здесь производиться? Ой, собака хотел сказать. Это тортилка у нас. Так, а денег больше нет? 9500 нужно? Вы серьезно? Здесь еще и третий этаж есть? Так, мне кажется, я мало купил. Купи птицу, купи собаку, купите кота, купи льва, купи шапки. Шапки я покупать не буду, мне нравится и так мой скин.
забираем с вами 12 тысяч и идем снова наверх, ставим следующий дроппер. По идее, вот эти дропперы нам тоже зарабатывают теперь денежки, и мы с вами ставим чего? Баян and Super дроппер за 10 тысяч. Чего такое он производить-то будет, этот дроппер красивый? Так, этот производит у нас чего? Сов? Сов или пингвинчика? Погодите-ка. Это у нас белый пингвинчик какой-то. Ну, пускай производит. Апгрейдер не ставим. Лейдж дроппер номер 3. Кого у нас здесь делают? Так, пингвинчик, ты что выпал? Черепаха? Снова черепаха. Так, у нас здесь черепаха, твиттерберт и какие-то пингвинчики. Да, у нас какой-то разрисованный пингвинчик. Это у нас, скорее всего, игрушечный. Это не настоящий питомец. Если внизу мы делали сами настоящих питомцев, то здесь у нас игрушечный. Забираем с вами 16 косарей, которые мы с вами нафармили, и ставим, по идее, следующий дроппер. У меня есть меч, а здесь уже, смотри, кто-то нападать на меня будет? Нет, не подходи, я тебя рубать буду. Не подходи к моему загончику, здесь мои питомцы. Так, апгрейдер делаем. Все это дело, получается, у нас апгрейдживается. Теперь у нас черепашки становятся мега-мутантами. Из черепашек у нас становятся черепашки-ниндзя. Из этих пингвинчиков становится у нас еще кто-то. Кто пришел ко мне? Кто пришел ко мне, а? Нет, никого, все хорошо, ну все, ладненько, погнали дальше. Собака, ты если что атакуй, ты если что защищай наш тайкончик. Мы должны с вами закончить его сегодня. Так, ставим с вами следующий дроппер за 12 тысяч. Баян супер дроппер какой-то. И что он делает, супер дроппер? Кого производит этот супер дроппер у нас? Попугайчиков, попугайчики падают вниз. Все это зарабатывает на денежки, все это сыпется вон туда. Огромным количеством, ребята, мы просто производим питомцев в каком-то, не знаю, масштабе какого-то мегазавода. Так, а там сколько этажей? А там, ребята, тоже этажа 2 получается. Слушайте, я не так далеко отстал от ребят. Забираем деньги, 18 тысяч, ставим следующую штуковину. Для чего мне это все нужно, я не знаю, но я это покупаю. Следующий апгрейдер. Это у нас, значит, не дроппер, апгрейдер. Здесь у нас будет дроппер за 14 тысяч. А, у нас деньги есть. У нас деньги есть. И что у нас падает здесь? Ну-ка, удивите меня, ребята. Ну-ка, удивите. У нас с вами падает здесь котенок. Понятно. Здесь у нас котенок точно такой же, как и на первом этаже. Ну, в принципе, тайкончик проходится довольно-таки быстро, если немножко донатить. Опа, иди сюда. А если вот так? А если вот так? Извини, пожалуйста, я просто защищаю свою территорию. Я, наверное, заразился от собак, которые начинают защищать свою территорию и всех начинаю кусать. Ну, вернее, бью им мечом. Боже, что я говорю, какую-то дрянь. Ставим апгрейдер. Так, и нужно покупать третий этаж и потолок. Ладно, вот это всю фигню мы покупать не будем с вами. Хотя у нас с вами тысячи есть. Допустим, посмотрим, что за птичка у нас с вами. А, это просто птички. Ну ладно, давайте все это закупим. Почему бы и нет? 24 тысячи есть, мы с вами все потратим. Денег все на третий этаж полностью у нас нет. Нужно 40 тысяч. Та-ра-та-та-та-ра-та-ра-та. Все купили, все прошли, все закупили, все максимально, что здесь было. Все закупили. Теперь нужно 40 косарей, чтобы все это апгрейдить, наверх попасть. Внизу у нас есть десяточка. Можно забрать, хотя лучше бы, чтобы накопилось у нас 24 тысячи. И мы точно себе купили сразу два этих кружка по 20 тысяч. У нас уже есть 19. Деньги просто летят. Вот это нормальный тайкончик, где деньги просто сыпятся в огромных количествах. Собираем. Есть 40 косарей. Пока у нас все это фармится, мы ставим с вами третий этаж. Слушайте, мы с вами за 5 минут поставили 2 этажа уже. Так, это у нас лестница, а это у нас потолок. Это у нас потолок. А что у нас сверху? А что у нас сверху? Так, buy fish tank за 10 тысяч. Buy lounge за 5 тысяч. Всего лишь 15 тысяч нужно, серьезно. Мы с вами все закончили. Ну-ка, давайте чекнем. У меня как раз и есть эти деньги. Так, 15 тысяч, там 5 и 10. Так, где у нас лестница? Лестница где-то вон там. А я могу взять вот этих вот ребят? А ну-ка, если тебя взять? Нет, не могу, ничего не могу. Не, ну, кошак прикольный, симпатичный, милый, с бубенцом на хвостике. А, это шапка Санты с бубенцом у нас на хвостике, либо шапка леприкончика. Так, у нас с вами фиш-танк. Это у нас получается аквариум, офигенный аквариум, ребята. За десяточку? Ну, блин, на самом деле такой аквариум в жизни стоит намного дороже, такой огромный. Так, и покупаем с вами лаунж-зону. Лаунж-зону здесь можно посидеть, попить кофейку. Блин, офигенно у нас магазин питомцев. То есть ты пришел, выбрал себе питомца, посидел, попил чайку, кофейку, отдохнул заодно, заработал 34 тысячи долларов и поднялся снова наверх. Блин, красивый тайкончик, мне нравится. Вот есть плохие тайконы. Вот этот тайкон относится к хорошим, правда. То есть его не нудно проходить, недолго, но интересно. Но интересно, покупаем с вами пакейджи. И здесь у нас чего? То есть можно стать скелетом, можно стать вот этим чуваком без головы. А ну-ка, если стану... О, смотри какой. А голову-то забыли мне отдать? Слушайте, я могу себе менять туловище, а голову не могу, да? Скелетончиком. Мне нравится вот такой. Ух, какой, смотри.
Такой Робзи, смотри, такой Робзи в понедельник, такой Робзи во вторник, а такой Робзи в воскресенье после третьего стрима совсем устал, обголодал и схудел и помираю. Так, вот такой вот Робзи будет у нас сегодня. Что у нас еще с вами есть? Здесь вроде бы все. Все мы купили, да, у нас денег еще прямо куча. Вагоны, две тележки, у нас с вами уже 68 тысяч накопилось. Может быть, снаружи что-то у нас есть, можно купить? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка, давайте взглянем просто. Ага, морфы. Это что такое? Hut remover. То есть я могу зайти и здесь что-то прикупить? Или здесь заробок? Ага, заробок. Какой злой собака. Смотри, какой странный собака. Сделан, конечно, он похабно, но довольно-таки... Ангел? Ангельские псы какие-то, боже мой, с ума сойти, за робуксы. Я стал собакой. Нет, я стал собакой, посмотри. Я хочу стать вот таким вот. Я стал собакой, Робзи-пес. Hut remover. О, я убрал шапку, я стал псом. Нет, пожалуйста, верните мой скин, я хочу опять стать Робзиком. Пожалуйста, я не хочу быть псиной. Псина с мечом. Собака с мечом, капец. Ребят, что со мной случилось? Я превратился в собаку. Нет, я хочу хотя бы в попугая, я не знаю, в кого-то. Не хочу в собаку. Так, у нас здесь костюмы. Меня спасут костюмы, честно. Меня спасут костюмы. Если я возьму этот костюм, я стану нормальным. Я стану нормальным? Нет, не нормальным. А если я сброшу персонажа, может быть, я вернусь в свой облик нормальный? Хотя бы роботизированный. Пожалуйста, игра. Я не хочу быть псом до конца. Фух, я нормальный. Слава тебе, Господи, у меня уже больше 100 тысяч, и, в принципе, тратить некуда. Поэтому мы закончим с вами тайкончик. Точно некуда? Точно некуда. Здесь у нас тайкон. Все, тайкон пройден. Я думаю, что это заслуживает лайка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр. Всем пока.